У Греції в результаті масштабних лісових пожеж з'явилися перші жертви. Загинули вже двоє людей. Ще 20 людей постраждали. Один із загиблих – президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Непритомного чоловіка знайшли на фабриці недалеко від того місця, де вирувала пожежа. Інший чоловік, пожежний доброволець, загинув у результаті падіння електричного стовпа. Олена Зуєва, директорка турагенції «Дамаг», з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, дякую, що ви традиційно доєднуєтесь до нашого прямого ефіру. Тож чекаємо від нас новин, що зараз трапляється, що в Греції, що з пожежами. Ситуація в Греції з пожежами дуже складна, і особливо складна вона залишається на острові Евія. И также предместья Афин сейчас пылают. Но все это обусловлено очень высокой температурой, которая сейчас в Греции стоит 47 градусов в тени. Была зафиксирована такая температура, плюс ветер, и все это распространяет огонь. На данный момент есть возгорания небольшие на острове Крит, но они локализованы достаточно быстро, отреагировали пожарные службы. Плюс на острове Крит были закрыты бухты многие на выходные в целях профилактических, для того, чтобы не допустить туда людей, в эти бухты, да, где есть какая-то опасность, и предотвратить возгорание, потому что сейчас возгорание происходит просто молниеносно. Оставленная пластиковая бутылка, либо стеклянная бутылка, либо даже капелька росы, которая случайно задержалась на веточке, может сразу же превратиться в линзу. Ну, а ситуация возле Афин и остров Эвия — это традиционно опасные места в летний период. Вот сколько я наблюдаю за этим регионом, столько каждое лето, каждый август мы получаем оттуда такие ужасные, ужасающие картинки. Я скажу, что я знакома с этим регионом не понаслышке. Несколько лет назад мой сын проводил лето в Греции, и он находился ровно напротив Эвии. И мы прям вот наблюдали этот кошмар, и это горе. Горе для местных, потому что горят оливковые сады, горят дома. Но я скажу, что в этом регионе не очень много туристов, и очень это нас радует, потому что мы наблюдаем со стороны этот кошмар. Чи вдається врятувати стародавню Олімпію? Що чутно? Ведутся работы, пытаются все это спасти. Но пока еще партнеры сегодня с утра по ситуации на сегодняшний момент не отписывались. А вчера, конечно, мы получали целый список именно таких мест, которые в глубокой опасности. Но Олімпії там не было в этом списке. Это приятно. Як Україна допомагає Греції? По поводу Греции я еще не слышала. Знаю точно от греков, что идет помощь из Германии и идет помощь из Румынии. Большие колонны машин пожарных отправлены туда. И уже, я так поняла, румыны приступили и немцы приступили к работе. Чи всі туристи евакуйовані? Туристы все в безопасности. Там в большей степени сейчас страдает местное население. Но это объяснимо, потому что очень большая площадь пожаров. Но вот пылают не самые туристические районы. Вот это ежегодные, да, места возгораний. Вот остров Эвия — это прям вот, ну, ежегодная лента новостей. Пожары в Греции, именно Эвия. Но там очень много таких местных жителей. Вот сейчас вот показываете кадры паром. Это все эвакуируются местные жители. К сожалению, но в этом году там беспрецедентные масштабы. Дякую, Олено, за інформацію. Дякую за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру і проінформували нас. Дуже вам дякую за це. Олена Зуєва була з нами на зв'язку, директорка турагенції «Дамакс». Нагадую, що у Греції в результаті масштабних лісових пожеж з'явилися перші жертви. Загинули вже двоє людей. Ще 20 людей постраждали. Один із загиблих – президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Непритомного чоловіка знайшли на фабриці недалеко від того місця, де вирувала пожежа. Інший чоловік
чоловік, пожежний доброволець, загинув у результаті падіння електричного стовпа. Тисячі людей залишили свої будинки на грецькому острові Евія через неконтрольовані лісові пожежі. Греція розгорнула армію, щоб допомогти боротися з пожежами. Франція, Єгипет, Швейцарія та Іспанія надіслали допомогу, включаючи пожежні літаки. За даними владами, понад 570 пожежників борються з вогнем на Евії. Нагадуємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів надати допомогу Греції в боротьбі з лісовими пожежами. Напередодні українські рятувальники вже прибули до Греції. Зведений загін зі 100 українських пожежників надасть допомогу в боротьбі з вогнем.